сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно с департаментом аэроразведки патрульной полиции на территории Верхнеднепровского района Днепровской области была обнаружена плантация конопли. В ходе проведения осмотра было изъято 33,5 тысячи кустов, которые впоследствии было направлено на экспертизу. После того, как была изъята данная конопля, после проведения экспертизы мы сможем уничтожить данную плантацию, а также само проводятся дальнейшие действия следственные по установлению лица, которое непосредственно или посеяло, или является владельцем данного участка. По данному факту открыто уголовное производство по статье 310 Уголовного кодекса Украины. Виновнику может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.